Всем привет, дорогие друзья. Так, что снимать? Нет, да, вроде бы да. Вот. Я, значит, такой гуляю по моему классно. Вот мне нравится. Живописно, главное, живописно и круто. Вот. Сейчас делаю небольшое объявление, но перед этим хотел вам показать. Вот раньше здесь все было в деревьях, было ничего не видно. Тут алкаши, наркотики, порно, все, что можно было. Сейчас, благо, спилили. Хотя осталась пустыня, непонятно для чего. То есть, ну, может быть, сделали бы тут какой-нибудь асфальт, скамеечки. Можно было смотреть на уточек, которые плавают. Тут реально плавают утки. Сейчас мы пройдемся вот по тому мосту. Да, пройдемся. А вот еще один мост. У нас все мосты. Вот я обещал съездить. У нас, если скажут, что мы закрываемся на трехнедельный карантин, то я съезжу, мост заценим. Вот у нас все вот эти мосты, они, ну, от Союза остались, и они как бы уже потрепанные такие, и в любой момент любой мост может обрушиться, и все. Все, экономика и так не очень-то благоприятная, может свалиться. Ну, вы поняли, куда. Так, небольшое объявление я хотел вам все-таки сделать, сейчас сделаю. В общем, сейчас иду я по нашей улице Труда, ну, Пролетарская, по Пролетарской, про Труда, там кто-то идет, там какие-то бабушки, что снимаешь? Вот. И смотрю на ужасающую картину, это же центр города, на секундочку. Ну да, все как бы в рамках приличия. Пойду-ка я отсюда. Вот. Сделаю-ка я обзор на свой город. Как бы обзор... А, вон он ушел. Все. Как бы обзор на Спартак, Барселону, Реал. Это не катит. Даже на вот на Волгу, да, топ. Наше вот трудовое. Ну и вот сделать обзор на наш таун. А чё бы нет? Вот, а чё... Варламову можно, мне нельзя. Ну, конечно, мэра я пригласить не смогу. Ну, потому что, ну, кто я? Кто я, да, а кто этот мэр? Ну, ё-моё, вы чё? Вот, ну, я как-нибудь без мэра сам справлюсь. Поэтому, если вам только написать, то есть в комментариях, и всё. Я всё это сделаю, сейчас по мосту пройдёмся. Значит, что будет в обзоре этого города? Я решил сделать либо две, либо три части. Кстати, посмотрите, какое здание. Оно вроде бы, ну, дресснотное, а вроде при начале его постройки оно такое в стиле Союза. Вот мне нравятся такие здания. Ну, не хрущевки, конечно, но вот именно в плане такого, такое круглое, вот это все в стиле... Я не знаю, может, я ошиблюсь. Ой, тьфу, ошибусь. Типа сталинский модернизм, это что-то так называется. Я могу ошибаться, я не архитектор, я больше... Сейчас скажу историка, вы скажете, ну там же вы, наверное, проходили модернизм, да, типа такого. Вот. Ну, как бы, ну, балдежно. Слушайте, а мне страшно? А если я не пройду этот блин, мне надо держать камеру и... Блин, мне кажется, лучше бы убрали эти... Мама? Ладно, ладно, я прикалываюсь, ничего мне не страшно. Главное, смартфон не выронить, вас точнее. Я вот держу его одной рукой, просто вцепился, как царь Николашка в свой престол. Вот. Не, ну слушайте, если тут все почистить, несколько миллиардов долларов влить в наш город и не разворовать, то тут просто все цвести будет, я не знаю как. Вот. Насчет обзора. Делаем, значит, три части. Первая часть — это плохая сторона города, то есть вот это вот нищета, вот это все в стиле России. Вторая часть — это мы делаем то, что мне нравится в моем городе. Архитектура старая, купеческого края, уездного города. Вот это все дела, вот эта тема будет. Ну, и третья часть — это, наверное, экономическая, в плане того, что
Как бы там что ни говорили, наш город считается промышленным. Ну просто во времена Брежнева просто куда ни плюнь, заводы строились, понастроили экстенсивным методом. А потом оказалось, что экстенсивным хватит строить, надо теперь на качество идти. Вот. И у нас в городе довольно большое количество было предприятий. Ну потому что раньше только на заводах работали, все. Практически. Ну, может, в детских садах, школах и заводах, все. В принципе, больше ничего. Вот мне там нравится такой, типа, в стиле хобби. Ну, кто «Хоббит» фильм смотрел, вот, тот знает. Третья часть экономическая, как я уже сказал. А вот здесь вот, кстати, не спилили. Вот там балдежно. И вот по всей реке вон там все спилили. Мне это нравится. Мне это привлекает. Вот. Посмотрим, я загуглю там, какие у нас есть предприятия, какие предприятия типа банкроты, какие предприятия перспективные, какие предприятия уже сейчас приносят неплохую прибыль, ну и так далее. Мне вот страшно по таким улицам ходить, потому что тут собака может в любой момент выскочить, а я вот признаю честно, побаиваюсь, вон там одна выглядывает, ё-моё. Мне страшно. Фух. Вот, опять, вот пропаганда, это 100%. Так, там котик, он не страшный. Это 100% нарисовали какие-нибудь рекламщики наркоты. По-любому. 100% я в этом уверен. Сейчас вот мы выйдем на ту улицу. Не, ну а что, видосы же надо какие-то делать. Ну, соберет он 40 просмотров. Мне-то пофиг, в принципе. Главное, вас без контента не оставлять. Такого, знаете, лайф. Ну, я на ту камеру, конечно, переключать не буду. Но все-таки. Потому что там не так все интересно, как здесь. Не, ну, в принципе, такой, знаете, среднестатистический город России. Ни бедный, ни богатый, состояние удручающее. Вот это все дела. Поэтому ждите обзор. Главное, вот чтобы вы поддержали, вы сказали, потому что глаз народа у нас хотя бы нужно, чтобы он был хоть где-то важен, вот, по крайней мере, на моем канале. Вот, ну а с вами был RusiFPS. Так, за мной там кто-то идет, ё-моё, мне страшно. Так, поворачиваемся, смотрим. Да, там какой-то стрёмный чувак за мной идет, помогите. Ладно, прикол. Он просто чисто сегодня стопку водки выпил и на работу не пошел. Все. В принципе, как и таких людей у нас на самом деле очень много. Фу, я уже вроде завершать начинал. А сказать-то еще хочется. Вы видите? Это. Вот она. Нафиг я пойду туда. Пока. В общем, там была овчарка, которая идет на... Вот она. Она... Фух, она... Ну нафиг, я лучше это... Ребята... Там еще вон маленькая псина меня бы съела. Блин, она на меня смотрит, помогите. Все. Так, мы зашли в дворик небольшой, вот тут котельная. Там полностью, как вам сказать. Ладно, не буду говорить, потому что турничок, но я пока на турник не хочу. Не хочу, но мы с вами гуляем. Зря я все-таки зашел. Ну там собака была прям размером с Баскервилли, даже больше. Ей фосфор на зубы, ее всю фосфором облить, она будет как белый волк. Я предпочитаю обходить такие. Ну они, может быть, милые, там ласковые. Может, они даже спокойные в любом момент. Все, вас нету.
Вот, кто-то идет, сейчас скажет, а что снимаешь? Что вот это вот. Быдлячья натура. А вот мы вот там вот прошли. Так, все, давайте-ка я буду завершать уже, а то уже, видишь, весь видеоролик перешел в какую-то бессмыслицу. Не, мне нравится один стиль оранжевый, другой стиль. Не, всем-то меня все-таки эти советские дома привлекают, но в ней не... это все равно культура. Это все равно культура. Вот, ну ладно, окей, все. С вами был Русский ФПС. Если хотите обзор, то пишите. Сделаю в трех частях. А может даже в четырех поснимаю. Вон бабушка идет, поснимаю интервью. Ну как? А, как это? Ну, в общем, всем пока. Уже устал, надо в школу идти.